Так, засунул, значит, руку. Ай! Ты чё, аккуратней! Мясо! Я какой-то кошачий пулемет. О, обалдеть. Я могу трюк показать, и вы дадите мне паспорт. Паспорт? Ну, конечно. Барсик, какой у меня умный взгляд. Опа, а такой взгляд лучше? Сейчас молочка дадут. О, я чесаться могу! Да не надо, я чесался. Функция чесания — это самое лучшее, что я видел в своей жизни. Мяу! Ну чесотка замучила что-то. Чё, давай, выходи отсюда. Да нет, а можно что-нибудь, чтобы отпустило? Пойдем. Да иду, у меня лапки и попа большая, я двигаюсь медленно. А клизма будет? Будет, вам надо? Я даже лег, чтобы вы мне, ну, плотно закинули. Понял, почесал, значит, за брюшком. А где хозяин у вас? Этот хозяин штат мой хозяин. Ну, передавайте 2000 тогда. Сколько? Шерстяных? А в каком месте они у меня, отгадайте? Попе. Ну, я сам не справлюсь. Так, засунул, значит, руку. Ай! Ты чё, аккуратней! Аккуратней меня скрючило! Нет! Высуни! Все, высунул руку. Фу, спасибо! Вот это, конечно, как скрючило. Вот это жестко. Хорошая кошечка. Если я упаду и умру, вы виноваты. Нет. Нормально, бункнулся просто. У тебя лицо, кстати, да, на лоток похоже. У меня, правда, чесоточка. Ой-ой-ой. Зависка, да. Кто-то наблевал, да, мое. Ой-ой, мое. Мое, нет, тут наблевали, это мое, уйдите. Блять, нагоню. Ой. Кот. Я какой-то кошачий пулемет. Жопа лежит. О, балдеет. Это мята подействовала на меня. Ты его душишь, не трогай кота. Вот это сумка. Мяу получается. Ему переворачивает наизнанку. За что вы давите кота? Алло. О, киска. Куда едете? Тебя с собой взять. Да нет, вы такси, у меня денег нет. Меня все забрали в больнице. Попе. Че, куда едем, котик? За мятой. Так, я опять валяюсь. Собака! Тут собака! Давай мяту ищи. Мужчина, не знаете, где мята? О, вы тоже кот! Ё-моё, разговаривающий кот! Да вы тоже как бы кот разговаривающий, нет? Есть такое. Ну вот, мы чем братья. Чем вам помочь? Мяту хочу. Где вы берете мяту? Нашел мяту? Нет. Дай нам мяты. Она вообще продается. Нас два кота, посмотри назад. Мята. Сейчас дам, сейчас. Давай, мы ждем. Либо насым тебе в тапки. Давай рыбу куплю. Нет, рыба неинтересна. Я хочу, чтоб меня вштыркнуло. Мята. Конечно, видишь, меня ломит уже. Ну, отлично, я сумка. Я тоже хочу на ручки. А ты умеешь чесаться? Я умею, смотри. Я могу только жопу почесать, пойдет? Ну-ка, давай. Я могу стрелять. Ох. Хорош. Даже мяту найти нам не могут. Давай насрём в эту тачку. Давай. Я выхлопную трубу бахну, чтоб он стартанул с газком, понял? Провести круто время и найти себе новых знакомых. Мята! Поднять деньжаты и купить себе крутую тачку. Это все американские технологии. Все это можешь сделать на Majestic Roleplay. Ты все еще сидишь и не знаешь, что тебе делать с открытыми глазами, как эта сова? Тогда заходи по первой ссылке в описании. Нажимай скачать, а потом кнопку зарегистрироваться. И не забывай про халяву. Промокод LAMBA даст тебе 20 тысяч игровой валюты и премиум VIP-статус на 7 дней. LAMBA. Звучит, да? Ты уже на пути к богатой жизни. Первая ссылка в описании. 5-й сервер. Заходи. Я уже не могу. Сутки без мяты. Отдыхаем. А у меня рыба, кстати, есть. Не, у меня понос от нее. Фига себе, куда этот окунь тебя войдет? Он больше, чем я. Нифига у тебя глотка. Нормально заглатываю. Погнали еще поищем мяты. Дабл код получается. Мята, хочу мяту. Есть мята, девушка? У меня нет мяты. Я уже не могу, мяту хочу. Я между ног подглядываю. Меня вполне устраивает. Помогите. Мята. Ну отлично. А, вот, пустила. Нам мята нужна. Мяту хочу. Шалеть. У вас футболка классная. Ну так там мята такая хорошая. А может проверим? Давайте, я сейчас пока возьму. А давай только ты. Тебе лучше усвоиться. Вы упали на попу. Споткнулась, блин. Че, вы будете мяту?
Да, он будет, он первый. Но для этой мяты нам нужно специальное приспособление, я так понимаю. У вас его нет, да? Ну тогда давайте сделаем вот так. Вот так? Ну чё? Моя жизнь кардинально изменилась. Ай! Это все мята? Да. Я обычно вот так делаю, когда мята во мне. Я поймал дзен. Подожди, давайте на блох вас проверим. А мне приятно. Мурмяу. И чё, как там, есть? Ой-ой-ой, блин, как-то грустно даже. Надо это вычесывать блох. Не то, извините. Мне кажется, последнее то было. Теперь я у себя нашла, походу. А вы ему, что ли, кладете обратно? Ну да, чё он мне их передал? Вот это я металлоискательный. Мятоискатель. Поищите. Мятоискатель, реально. Интервью, как вам, ну, мята? Мята, она просто шикарная. Вообще он меня бесит. А вы не хотите попробовать мяту? Знаешь, это как-то я уже все. Я по вам завидую, что вы сразу под мятой, если честно. В крови мятная, мятная кровь у меня. Ошалеть. Ее обычно добавляют там в чай, знаешь. Ты ж такую хочешь? Бамбалейлы. Магоц, ладно. Я очень рада, что помогла вам. Чё ты быкуешь? Ты чё быкуешь? Я в собаке. Не понял. Понюхай попу. Уф. Я так понимаю, то кабан, то кот. А у тебя ты на пульте ездишь, что ли? Ну да. Это же нон-РП-поведение. Понял, я уезжаю. Да, я душнила, и что? Это же нон-РП-поведение. Ё-моё! Я на ноги приземлился. Извините, мужчины, мяту здесь где можно купить? Мяту я не знаю, где можно купить. Жалко, у вас мужчина умер. У меня моча целебная, кстати. Прикольно. Можем опробовать. Давай. Пописал на человека напротив. Видимо, не действует что-то. Просто написал на человека. Моя ты прелесть. Сейчас я встану, цыпочка. Я погладить вас могу. Я провалился под землю от вашей красоты. Садись. Прокачу. Как? Вам рассказать, как рождаются котики? Ну да. Мама котик и папа котик. Котик на мотоцикле. А как вы вообще так ездите? Вы хвостиком управляете тогда? Ну, у меня хвостик есть, еще что-то подлиннее, да? Да, я понял. Мяу-мяу. Мяу. Мяу-мяу-мяу. А ты хорош. А тебя приручить можно? Ну, за деньги, да. Вот так, я смотрите, могу вас обыскать. Наличие металлических предметов имеется? Да, имеется. Я обыскиваю ваши яйца. Чё-то не пищит. Можете попищать, пожалуйста, вместо него? Пи-п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 и-
несколько выходов. И один вход. Я думаю, вам вход не понравится. У вас, что ли? Нет, 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 не надо. Другого котика, женского пола. Ой, по лицу-то не надо у вас. Да мне нравится, подожди. Есть поп, пахнет. Наслаждайтесь. Вкуснее. Чувствую, чувствую, рагу, кушали рагу недавно. Минут 20 назад. Какая поза у нас? Давай не будем. Вот с этого момента забудь все, что у тебя в голове. Опа! Кошачий... Гуль! Или что там? Все, я тебя забираю. Ну отлично! Шикарно! Я бы сказал! Да куда? Блин. Засунь обратно меня! Каково жить котом и кататься на байке? Ну мне нравится, я байкерский кот. О, кот говорят. Я хочу птичку. Не, не надо. Ну чуть-чуть, голову. Я на двух лапах могу постоять ради вас. Ой-ой-ой. Вот здесь выдают кошачьи паспорта вообще? Мне нужны документы. У вас кот из «Алисы в стране чудес» забежал? Он чеширский? Можно меня и по-чеширски. Нам тоже взрослым людям всякие палки в жопу пихают. Мы ж не жалуемся. Пойдемте в офис куда-нибудь, сядем. Я могу трюк показать, и вы дадите мне паспорт. Паспорт? Ну, конечно. Ну ладно, пойдемте на четвертый этаж поднимайтесь. Ну так что там по документикам? Как будто на работу устраиваюсь. Барсик. Да. Вообще-то я тебя назвал Бориской, ну давай ладно, Барсиком будешь. То есть, типа, если я буду сейчас какать, то я какаю официально. И это не... Понял? Твои тапки, это нормально. Можете просто какую-нибудь бумажку засунуть мне, и я пойду. Бумажку в лапки засунуть? Ну, меня можно в лапки. Она не заметит, как думаешь? Так, все, значит, вкладыш подписала вам. Вот, передаю вам. Ну, я же тебе сказал отвлечь. Почему ты это... Я тут в камин ссу, а ты... Ну, все страшного, не волнуйтесь, это все равно не мой кабинет, так что разрешаю. А? Ну халява. Ну-ка, стоп, ну-ка. А мне тут что? Не туда. И не сюда, сюда не надо. Что? Бежать, девушка, бежим. Бежали, котик. Где кот?
Басик, меня обманули, помоги. А мне никто наручники открыть не хочет. Нет, не надо ему открывать. Я открыла дверку котику. Да не получается сесть. Когда сиди. я недавно кота на кастрацию увозил. А мы не едем же на кастрацию. Точно не едете, я сейчас выйду. Точно не едем, я тебе говорю. Даю тебе слово. Погодим Басика. Я не верю вам, не верю. Даю слово. Не хочу на кастрацию, не хочу. Не едем на кастрацию. Да я не верю! Мне вот просто интересно, Барси, как твои ощущения, когда ты едешь с заместителем генерального прокурора и заместителем министра финансов в одной машине? Ну, безопасно и при деньгах. Подождите, почешется в ложке. Самка с мужчиной встретились, смотрите. Это он меня соблазнить хочет, я не понимаю. Я не знаю, но, блин, я что-то этого не одобряю. Давайте отойдем, мне кажется, он какать хочет. Я как из тумана вышел, смотрите. Let's go! У нас такое в Казахстане каждый день. Ездовой котик. Тык-тык-тык-тык-тык. Вас двигатель отжимают. Там, смотри, там на рынке машин, там на рынке собака стоит, я разрешаю ей под нос насрать. Где? Эй, куда ты? Встань обратно. Вот. Все, я сделал свое дело. Поехали. Вот так тоже можно. Стой, я живу. И стойте, еще супа. Я у вас на тарелке лежу, это не шаурма. Стой, я висю. Я упал. Да, кстати. Мы нашли вас вместо паспорта. То, что скажет, я скажу. У меня министр лотка и девушка из здания белого. Вам на ушко помурчать? Да, давай. Мяу. Пойдет. А у вас ботинки не из меня? Не-не-не, ни в коем случае, вы что? Похоже на моего брата. А правда, что машина, ну типа, чем больше машина, тем меньше причин давать? Честно, не имею машин. Я считаю, что нет. А у меня в чем проблема тогда? Не повезло просто. Может потому, что вы кот? Ух, ё. Как таким котиком стать? Мройкаешь в дискордике, и тебе дают. Всем дорогим подписчикам в Ломбарде. Ставим лайки, подписываемся на канал. Мур-мяу! Меня сбили. Ты ровный пацанчик. Киса. Ты тоже похож на кису. А как ты в кота превратился? Ладно. Лишние вопросы. Лишние вопросы. Мышь, я хочу тебя съесть. Не надо. Как не надо? Иди сюда. Тебе что откусить? Ножку, лапку, если хочешь. Слушай, ну ты вкусный. Спасибо. А меня погладите? Вы же гладите других кошек, я тоже хочу. Да. Нет. Что? Да только нет. Только те, кто ходит по тротуару. Ну я могу походить. Сейчас выйду, подожди. Гладь быстрее. Давай, я вот тебе даже шейку дал, на. Гладь. Нету погладить. Есть поздороваться. Нет, гладить. Ну. Могу бросить кости. Не надо меня бросать. Боже, а что с твоей головой? Я на двух лапах. Погладь меня. Ну все, меня обманули, да? Жизнь такая. И уехал. Вы упали, мужчина. И вы тоже. Вы что все падаете тут? Че такое? О, ничего себе! Вот это вот по 10 балочке. Сюда. Кошачий флекс! Я-то вот все хорош. Ну не мягкое приземление.